куда мы едем? Дедушка Леля. Мы едем к дедушке Реле. Это дедушка Алис. Осторожней ножками. Не толкайся ножками. Это дедушка Алис. Прадедушка Алис. А мой дедушка. И ему уже почти 90 лет. Это прадедушка Алис и Жюстина. Это и дедушка. Да, это дедушка. Наш дедушка живет на Арии. И Алис его еще никогда не видела. И он тоже еще никогда не видел Алис. Нам ехать на поезде, ну, минут 15, пока мы будем ехать на поезде. Пока мы к дедушке будем ехать, мы вот купили вот такую игрушку, чтобы не скучать в поезде. Ну, пока ее откроем. Давай посмотрим, что я не знаю. Ты знаешь таких, Жюстин? Мини-сорсьер. Мини-сорсьер. Ага, это значит маленькие волшебницы или кто? Нет, или волшебницы, или ведьмы. Я не знаю, здесь написано... Сет фигуринок, Литл Шармер, я не знаю. Это Шарлот. Это не Шарлот. Это не Шарлот, ну почти как Шарлот. Давай. Это мини-сорсьер. Дай посмотрим, что это. Как ее зовут? Вот это я больше не написано помню. Пози. Я не знаю, это ее так зовут или нет. Ладно, хорошенькая, открой, давай. Открой. Хорошо, давай откроем. Давай. Это не Шарлот, Шарлот из фиолетовый, синий. И красные. Вот, на самом деле их тут целая серия. И вот эту зовут Пози. А маленькую сову. И которую никто не хотел взять. Нет, у нее есть маленькая сова. У нее есть вот такая маленькая птичка. Жюстина, ты видела мультик про такую? Что, да, я видела. А птичка это вообще-то она разговаривает, она что-нибудь делает? Ну, в мультике. Нет, она не разговаривает. В мультике нет, не разговаривает? Просто птичка. А девочка такая есть в мультике? Да. А ты не знаешь, как ее зовут по-французски? Нет. Ну ладно, вот такая хорошенькая девочка. У нее сгибается здесь все. Ручки, ножки. Покажи, Алис, как у нее что сгибается. Ручки. Да? И садится. Она садится тоже, да? Ой, хорошенькая. Ну подожди, по-моему, у нее волосы не снимаются как раз, просто такие волосы. Нет, ты сейчас ей так голову оторвешь, ты знаешь. Да, это сильно, конечно, голову-то не надо отрывать. Это мы купили какую-то такую смешную, я не знаю, рыбка или птичка. В общем, ее нужно, дай-ка я покажу тоже. Ее нужно будет, не, сейчас, не, смотри, это рыбка, ее нужно посадить в воду, мы дома ее посадим. И у нее должны вырасти вот такие волосы смешные. Смотри, у нее вырастут волосы. Когда она будет в воде сидеть, видишь, нарисована. Мы дома сделаем, мы ее дома откроем такую смешную. Хорошо? Мы сейчас вот этого откроем. Смотри, Алис. Вот это. Такого монстика давай. Угу. Монстика будем открывать, Алис? Да. Открой. Давай еще Син попросим, потому что у нее лучше получится. Ты пока с этим играй, она начнет уже открывать. Вот здесь нужно налить этот джель в голову, и он будет выпучивать глаза. Давай попробуем, давай. А, это вот тут. Нужно дай-ка, открыть вот дай-ка, это. Дай-ка, вот. Здесь есть крышечка, сейчас сделаем, подожди. Давайте попробуем прям вот так, смотри. В дырочку, Алис. В дырочку наливай. Не ручками, а в дырочку. Ну, пускай как получится. Складывай туда, Алис. Вон туда накладывай, смотри, прям подожди, туда. Подожди, я буду держать, а вот туда впихивать. Засовывайте его туда внутрь. С этой гультом. Да, уже хорошо. Кусочек возьми просто поиграть, а остальное засунем ему туда. Как нарисовано. Б. Мышь? Это трудно туда впихать, когда у тебя пальчики большие уже. Ну, вы запихиваете или что? Давай, дай мне. Это чего? Здесь все там тесто? Вот оно туда все залазит. Здорово, вот так. Теперь я буду нажимать. Смотрите. Ну ладно, попробуем, может быть, уже... Это тоже? Давай тоже. Это тоже давай. Лучше побольше, а то, наверное, не будет. Давай. Давайте побольше туда положим. Ой, ну так смешно туда залазит. Давай. Скоро больше не будет. Засовывай. Места. Туда не отрывай, сразу другой. Засовывай. Я пока попробую сходу, потому ты что... греется везде. Сейчас я буду держать. Да, 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 вот. Теперь ты можешь туда.
Ну что, ты все сложила туда или еще нет? Почти, почти. Надо было садить все-таки свет. Теперь нужно нажимать. Давай, вместе. Не, вот так, а вот так. Все, смотри, подожди, закрыть. Ну пусть посмотрим сама сначала. Получается? Нет. Надо посильнее, смотри. Смотри-ка. Смотри. Ой! Вот это класс. Держи. Теперь складывай назад, все закрывай и еще раз надавливай. Глазки будут заново вылазить. И вот так вот. Закрывай здесь теперь. Подожди. Вот, теперь дави на него, и у него глазки будут вылазить. Вылазят? Бульк. Вылез один. Всем пока. Всем пока.